У нас Потапыч нервничает постоянно. А у него что-то не колыкало. Я так думаю, что когда Сенька гуляет, он приходит и приходит. Можешь вот это сделать? Ну, честно, не делает. А еще лучше, вот этот кашу разбить. Ой, на что? Да, кашу, да и все. Только когда разбить будете, их уже болит. Только по медведям завтра на 11 лоток меньше, да? Нет, эти-то покормить. Нет, малышей да, кормить да, надо. Да, да, да. Про малышей я ничего не говорю. Вот всех взрослых не кормить. Что делать? А он что, это каша, да? Он вроде как охота будет. Он подходил? Нет, еще не подходил, он не подходил. Каш, пора бы выходить. Ну, пойдемте выпьем чай и посмотрим, может, выйдет он тогда.